Сегодня в Ульяновске на площади 50-летия Победы прошла патриотическая акция. Провели ее в поддержку специальной военной операции. Участвовали общественные и неформальные организации, а также творческие коллективы, а еще переселенцы из Донбасса и просто неравнодушные ульяновцы. Репортаж Эдуарда Истомина. На площадь 50-летия Победы сегодня пришли те, кто неравнодушен к событиям на Донбассе. Время выбрано удачно. Ульяновцы как раз возвращаются с работы. Но домой не спешат, а идут сюда на площадь. Все участники акции едины в душевном порыве. Они выражают поддержку специальной военной операции. Сейчас наши ребята выполняют, скажем так, такую задачу, которую выполняли в свое время наши деды, прадеды. Они уничтожили фашизм, и сейчас мы не должны допустить, чтобы, скажем так, это все возродилось. За Россию, за президента, за наших бойцов, выполняющих свой служебный долг. Участники мотоклуба «Ночные волки» не пропускают ни одной патриотической акции. Сегодня их представители не растворились в общей многоголосице. Российская армия всегда есть и будет, стояла и будет стоять на страже Отечества. Родину не выбирают. Напомним, ровно 2 года назад Россия признала независимость Донецкой и Луганской республики. После объявления спецоперации Ульяновская область с теплотой приняла почти 1000 переселенцев. Сегодня они тоже здесь. Все это затянулось, и дома очень неспокойная обстановка. Дети, ради детей решили остаться пока здесь. Напомним, сотни людей и общественных организаций откликнулись на призыв сбора гуманитарной помощи и необходимых товаров для переселенцев. Сегодня об этом также говорили на акции. Кстати, ее организаторы утверждают, что она, возможно, не последняя, потому что поддержка российской армии нужна всегда. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.